Озвучено проектом Hamster Studio по заказу сайта kinouli.ru. Внеземной театр. С самого раннего детства мне казалось, что за мной наблюдают. Скрытые камеры записывают мою жизнь. Я просыпался посреди ночи с мыслью, кто следит за мной? Что делает меня особенным? Сегодня мы живем в прозрачном обществе. За нами следят круглые сутки. И все, что мы делаем, просматривается и оценивается, подсчитывается и хранится. Данные становятся метаданными, вся наша жизнь оцифровывается. И я это использую. Я жучок. Я постоянно слушаю, записываю, микширую, ремикширую. Я собиратель звуков, акустический комбинатор. Моя музыка приходит из окружающего мира. Шумы — мои инструменты. Жучок прослушивается. Мои камеры всегда включены. Антенны готовы получать сигнал. Но я по-прежнему спрашиваю. Кто за мной наблюдает? И зачем? Вы готовы? Жучок Бикс! Трансляция через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За 2 недели до этого. Отличное шоу, Би! Больше сотни людей пришло. Да, самое большое. Да ладно тебе. Мы растем. У нас есть шлем, сайт, камеры. Чего-то не хватает, Дэнни. Жучок прослушивается, но всем плевать. Может, нужен новый звук? Ты о чем? Не знаю, помикширую чуток, побольше мейнстрима. Нет, никаких компромиссов в музыке, я пытаюсь сделать что-то новое. У нас уже есть что-то новое, мы банкроты. У нас Пизанская башня из неоплаченных счетов. Я не хочу жить в фургоне. Да к черту все, по крайней мере, у нас есть этот вечер. Закатим улетную вечеринку. Кстати, снова приходил тот чувак. Что? Ну тот, кто тебя домогается, Кёртис Гаррет. Гаррет? Я думал, ты от него избавился. Да, но он вернулся. Хочет с тобой поговорить. Это очень важно. Выслушай его, он безвреден. Конечно, пригласи его, мне все равно. Вот он, Бикс, поздоровайся. Привет. Мэтью Лафлин. Сколько лет? Помнишь меня? Кёртис Гаррет. Мы вместе учились в МТИ, робототехника у профессора Хэнсона. Я бросил ее давным-давно. Теперь меня зовут Бикс. Да, я в курсе. Я знаю, что ты бросил.
Но это не важно. Здесь есть место, где можно поговорить наедине. Да, ты на него смотришь. Помнишь исследование Хэнсона насчет теслоскопа? Конечно, наверное. Гипермерный генератор. Он существует, Мэтью. Я построил прототип. Он работает. Эй! Ты еще здесь? Я привез теслоскоп с собой. Он в моем пикапе. Ты послушаешь? А ты настойчивый дрыщ, да? Все, пора домой, братан. Вечеринка закончена. Послушай, Мэтью, клянусь, я не свихнулся. Я не псих. Ты можешь понять эти сигналы, что я принимаю. Чувак, это всего лишь радиоперехват. Ты слышишь голоса? Нет, не голоса. Не речь, а звуки. Шумы, совершенно уникальные мелодичные электронные шумы. Хочешь сказать музыку? Да, похоже на музыку, это точно. Возможно, код, я не уверен. Понимаешь, я же не музыкант. Не артист. Поэтому я пришел к тебе. Просто послушай. Значит, ты построил его сам? Да, используя чертежи Теслы. Погоди, я правильно понял? Эта штука общается с космосом? Никола Тесла заявлял, что эта штука контактирует с внеземными мирами. Да. Ты еще помнишь? Внеземными? С пришельцами? Пришелец звонит домой! Внеземное означает не с Земли. Речь не о летающих тарелках и зеленых человечках. Мы говорим о контакте с внеземным разумом. За пределами нашего понимания пространства и времени. Очень круто. Куда мне член совать? Он здесь нужен? Да он просто дурачится, продолжай. Ладно. Устройство функционирует на квантовом уровне. Это меньше из возможных размеров, но все же требуется мощный источник энергии. Слушай, не подходи слишком близко, потому что во время трансляции идет интенсивный обмен энергией, и вокруг становится горячо. Чем я могу помочь? Послушай все трансляции, что я получил. Помоги мне собрать их воедино. Взломать код. Код? Да, мне кажется, это послание. Откуда бы оно ни исходило, это что-то или кто-то, кого мы еще не слышали. Это как радио для разговора с Богом. Ты мне не нравишься. Пошли побазарим. Не мог подыграть, болван? Этот парень просто ку-ку. Я не хочу из-за этой херни зарабатывать себе рак яиц. Ты не услышал то, что услышал я? Я услышал что-то примитивное, звучит как гребаный шум. Да, это шум, но ведь шумы — это наша работа. Просто делай, как я. Тут имеется структура. Вот именно. Именно. Это точно какая-то форма коммуникации. Это гипнотизирует, правда? Похоже на звучащую телепатию. Слов довольно мало, но вибрации, гармонии... Это точно коммуникация на примитивном уровне. Ты пришел по адресу, потому что именно этим занимается жучок Бикс. Зацени. Да, но зачем ты добавляешь драмбит и всякие эффекты? Я пришел не за техно-музыкой, я пришел... Эй, приятель, это работа моего парня, он делает музыку, убойный хит, братан. Да, это хит, но мне не нужен диджей. Эй, извини. Стоп. Райан Сикрест, вот кто диджей. А жучок Бикс артист. Я не хочу под это танцевать, я хочу взломать код. Слушай, ты пришел ко мне, и я могу тебе помочь, но тут не комплект. Не комплект? Да, тебе не кажется? Да, очевидно, чего-то не хватает. Нету драйва, не комплект. Представь, что это песня. У нас лишь половина инструментов, но нам нужно больше треков. Больше трансляций.
Песня? Даже не знаю. Слушай, чувак, у меня есть безумный гений, выдающий золото. Дай нам сколько? 2-3 дня? Неделю. Неделю. И мы взломаем эту хрень. У меня нет столько времени. Куда ты спешишь? Это не твое дело. Кёртис, слушай, я тебя помню, правда? Ты всегда сидел на заднем ряду и никогда не задавал вопросов. Да, потому что я записывал. Позволь мне взять скоп на сцену и смикшировать трансляцию вживую. Что, на публике? Нет, нет. Послушай меня. Это будет просто реквизит. Никто не узнает. Нет, это не реквизит, ясно? На Теслоскопе высокое напряжение. Я не просто нажимаю play. Я микширую музыку вживую, питаюсь энергией толпы. Так я создаю музыку, и ты прав. Это важно. Я тебе поверил. Теперь ты поверь мне. Эй, все завертелось. Насчет него не уверен. Ну серьезно, ты никогда в жизни не пробовал никаких наркотиков? Нет. Тебе понравится? Я видел, что наркотики делают с людьми. Даже Мэтью. Он так изменился. Он был совершенно другим. Как это? Он был лучшим в нашей группе. Мог буквально собрать своего робота. А теперь сбился с пути. Он просто живет своей жизнью. Жизнь не вечеринка. Да брось, ты молод. Когда еще тебе выпадет шанс? Вот именно. Расслабься. Что ты делаешь? Эй, скоп нельзя на сцену. Не волнуйся, будет здорово. Да, но нам пока нельзя показывать его людям. Мы договорились, ты сказал, что... Что скоп будет... Кёртис. Тебе хорошо? Да. Вообще-то... Вообще-то мне просто супер. Отлично. Но послушай, нам правда нельзя пока показывать скоп. Доверься мне. Пойдем. Надеюсь, это сработает. Обычно на этом я закругляюсь. Но сегодня... У меня еще один трек. Я хочу посвятить его своему другу Кёртису Гаррету. Задний ряд лекции. Все не зря, друг. Это трансляция из другого мира. Трансляция через 3, 2, 1. Мэтью! Эй, эй! Чувак, ты был прав! Насчет толпы! Они усилили сигнал! Я это почувствовал! Эй! Что-то не так? Ничего. Ничего, просто мне показалось. Пустяки. Все хорошо, друг.
внеземные трансляции из другой реальности. Я чувствую это, детка. Чувствую своим мешком. Ага, денежки. Эй, слушай, вот это мой денежный мешок. Нет-нет, вообще-то вот он, мой денежный. Эй, полегче, чувак. Да ладно, думаешь, я поверю, что этот сигнал от иного разума? Внеземного, что означает «не с земли». А я верю. Я это чувствую. А ты? А может, это сигнал от иностранного правительства, типа Китая или Северной Кореи? Да какая разница, откуда? Звук потрясный, всем нравится. Ты это чувствуешь? Конечно. Просто музыка, детка. Зашибись, брат. Мы на главной странице Реддита. Би, мы стали хитом. Нет-нет-нет, погоди, что ты сделал? Ты загрузил трансляции в сеть? Расслабься, это ерунда. Нет-нет, слушай, это не ерунда. Мы пока не понимаем, что это и что означает. Нельзя загружать эти фрагменты, пока все не выясним, это опасно. Чувак, успокойся, нас могут выследить по IP-адресу. Кёртис, в чем дело? Кёртис, говори с нами. Ну ладно, во-первых, оригинальные чертежи я скачал с сервера Министерства обороны. Стоп, стоп, погоди. Мы же не делаем ничего противозаконного, приятель. Ну, я делаю. Ну, а вы все, получается, сообщники. Топливный элемент для прототипа я тоже украл. У каких-то не очень хороших людей. Кёртис, ты украл его? У кого? У них. У них? Так они себя называют. Просто они. Ну, типа, знаешь, как они говорят? Некая группа террористов-экологов отделилась от движения «Оккупируй Уолл-стрит». Они наняли меня для создания электроимпульсной бомбы. Что? Чтобы захватить Уолл-стрит. Перестань. Я не собирался собирать эту штуку. Мне нужен был лишний топливный элемент. Погоди, террористы? Скорее, анархисты. Так, ладно, на это я не подписывалась. Что за чушь ты несешь? Если они меня найдут, то убьют. Ясно? Так что я покойник. Почему ты меня не слушаешь? Я слушаю. Я пришел к тебе, потому что думал, ты поймешь. Я думал, тебе можно доверять. Я не собираюсь тебя подводить. Ты уже подвел. Эти трансляции не просто музыка, а нечто большее. Ты прав, я понимаю. Нет, нет, ты только говоришь, говоришь. Но потом загружаешь это на YouTube, чтобы продавать побольше билетов на свои тупые шоу. Кёртис, не в этом дело. Скоп мой, понятно? Он мой. Что? Нет, я взял на себя риск, я его собрал. Я часть твоего уравнения. Да нифига ты не часть ничего. Как ты не поймешь? У тебя был шанс стать частью чего-то, чего-то реального. Но ты его профукал сам. С меня хватит. Ясно? Никакой больше музыки, никаких трансляций. Все кончено, Кёртис. Он ушел. Что? Говорю тебе, он ушел. Завтра у нас важное шоу, по особому приглашению. Нам нужен этот скоп. Все кончено. Надо ковать железо, пока горячо. Life Nation, Golden Voice, Insomniac. Все они звонили, потому что им нужен жучок Бикс со скопом. Поговори со своим парнем. Помирись с ним, чувак. Должен быть способ, давай. Кёртис, ты действительно думаешь, что тебе лучше в одиночку? Я начинал один, смогу и закончить. Возможно. Я признаю, что когда впервые услышал о скопе, я захотел использовать эти звуки для моей музыки. Но то, что случилось на том шоу... Это было реально. Я знаю, ты почувствовал. Я был под кайфом. Я был не совсем собой. А может, наоборот? Может, ты впервые в жизни вырвался на волю? От чего бы ты ни бежал, чего бы ты ни боялся, мы можем справиться с этим вместе. Если вместе, то на моих условиях. Я хочу все контролировать. Трезвым. Понятно? Конечно. И мне нужна двадцатка на бензин.
Бикс, пора на сцену. Жучок Бикс! Жучок. Трансляция через 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Офигенное шоу, братан! Что я тебе говорил, а? У меня телефон разрывается. Промоутеры звонят. Тебя ждут в Гонконге, на Ибице, в Бразилии. Там такие девушки. Это было потрясающе. Спасибо, спасибо. Кёртиса не видали? Нет, я не видела. Он должен был прийти. Не бери в голову, может скоро появится. Идем отмечать, да. Одну минутку, дамы, одну минутку. Слушай, нам назначили встречу, о которой я говорил. Этот Гордон Шейфер хочет сделать предложение. Нет, я туда не пойду. Нет, мы пойдем прямо сейчас. Я же сказал, мне этого не надо. Выслушай его, всего 10 минут. 5 минут, ладно. Мне очень жаль, нам нужно отлучиться. Нет, не уходи. Извините, дамы, извините, я скоро его верну, обещаю. Ладно, до скорого. Слушай, когда Гордон Шейфер делает предложение, слушай. Да кто это вообще? Никогда о нем не слышал. Ты так говоришь, будто он король мира. Так и есть. Он захватил пол Европы. У него 1% от 1%. Так что не зазнавайся, слушай меня. Эй, с дороги! Сыграй еще. Пожалуйста. Я тебя знаю? Этот звук. Что это был за звук? Эй, приятель, приятель, вечеринка закончилась. Давай прогуляйся, сыграй еще. Я не могу. Эй, прогуляйся! Нет, нет, нет! Это не от тебя. Ты пустой. Ты пустая оболочка. Ты ничто. Ладно, поздравляю, спасибо. Спокойной ночи, пока. Ладно, настройся, пошли. А вот и он. Жучок Бикс. Я Гордон Шейфер. Поздравляю. Сегодня тебе предложат возможность иметь значение, чего-то стоить. Да ну. Я бы выпил. Угощайся. Что вы говорили? Мне бы очень хотелось получить твой теслоскоп. Сколько ты хочешь? Назови свою цену. Так, постойте минутку. Дэнни, ты ему не сказал? Не сказал что? Это реквизит. Би, он делает предложение. Это синтезатор, который издает звуковые вибрации. Ты не представляешь, чем владеешь, правда? Именно поэтому он должен находиться в моих руках, а не в твоих. Нет у тебя морального права. Когда ты смотришь в глаза собеседника, что ты видишь? Лишь свое отражение? Или чувствуешь связь более высокого порядка? Теслоскоп способен разжечь костер, вокруг которого соберется весь мир, ради тепла и света, для единения. Так, Горди. Можно называть вас Горди, нет? Ответ на ваш вопрос — нет, он не продается. Я с ним работаю.
С какой целью? Создавать музыку. Ты как маленький мальчик, наткнулся на бесценный сакральный артефакт. Но для тебя это всего лишь погремушка. Я закончил. Вы не готовы к этому, мистер Жук. После меня придут другие, менее любезные и не склонные предлагать какие-то компенсации. Ты знаешь, к примеру, что в это самое время Министерство обороны отслеживает твое перемещение? Херня. Ты думаешь? Он не в духе, мистер Шефер. Я с ним поговорю. Мы обсудим. Поживей, Дэниел. Ты теряешь хватку. Часики тикают. Ты что, издеваешься? Почему ты отказываешься? Да пусть идет в жопу, думает, владеет всем миром, но только не жуком. Да насрать ему на жука. Он всего лишь хочет купить скоб. Я подаю тебе будущее на серебряном блюдце, а ты швыряешь мне им в лицо. А как же Кертис? А что Кертис? Мы раскрутили скоб, а не он. Скоб принадлежит ему, без него мы его не продадим. Ты хоть подумай, может Кертис в беде. Ты издеваешься? Да что за херня у вас с ним? Он лишь средство для достижения цели, ясно? Ладно, я беру пример с тебя. Разве ты не слышишь? Что? Это не просто музыка, друг. А я слышу музыку. Я слышу чертовски крутую музыку. А что слышишь ты? Не знаю. Но уже дважды видел. Он в толпе, наблюдает за мной. Что, типа призрак? Ви, теперь ты говоришь, что видишь призраков, так? Ты пьешь, глотаешь колеса, ударяешься в расколбас. И еще бы ты не видел всякую хрень. Я тоже вижу, чувак. Звезды, экстази, голые сиськи. Это же чертов рейв. Доверься мне, братан. Доверься. Мы продадим эту штуку, и ты увидишь хрень почище, ясно? Пошли. Какого черта? Господи, Дэнни! Скоб! Пипец! Нет, это Кертис. Вот видишь, что я тебе говорил? Если скоб не у него, пусть ни у кого не будет, засранец! Кажись, он ушел и вернулся с друзьями. А что это за ребята? Может, они, о ком говорил Кертис? Что случилось? Они что-то ищут. Какого хрена? Ребята облажались. Боже мой. Надо звонить адвокату. Сейчас. Ладно, большое спасибо. Хорошо, пока. В общем, адвокат велел подождать. Может, наш парень Кертис Гарретт еще объявится. Через сутки мы сможем заявить о пропаже. Или забить на все это. Забить? Его забрали, у нас есть запись. Почему бы не вызвать полицию? Пока не будем. Нам нужно подумать. Зачем? Всем стоять! Бери ее! Кто из вас жучок Бикс? Эй, полегче, полегче. Я Бикс, это моя квартира. Бикс! Что вам надо? Чтобы ты пошел с нами.
Все будет хорошо. Спокойно, ребята. Давайте поговорим. Ладно, ладно. Мы не хотим никому причинить вред. Только хотим забрать ее. Так что не дергайтесь, не шумите. И никакой полиции. И все будет хорошо. Чего тебе надо? А ты как думаешь? Топливный элемент. Топливный элемент? Из чертова прибора, из этого куска хлама. Из Теслоскопа, что ли? Называй как хочешь, я живу в реальном мире, а не в какой-то стимпанковской сказке. В реальном мире есть те, кто создают, и те, кто забирают. И знаешь, что нас отличает? Нет, но ты скажешь. Деньги. И когда деньги кончатся, мы нажмем на ресет. Нам придется, чтобы человечество выжило. Крах экономики? Вот ваш план. Был наш план. Начать все с чистого листа. Но затем твой друг Кёртис Гарретт узнал про нашего энерджайзера и сбежал с нашим Дюраселем. Передовой твердоксидный топливный элемент. Мы хотим его назад. Спроси Кёртиса. Я спрашиваю тебя. А почему не Кёртиса? Кёртис сказал, что элемент в устройстве. Я отправила его за ним, но он вернулся с пустыми руками. Значит, ты его забрал. Вообще-то нет. Так где же Кёртис? Дай мне с ним поговорить, мы все уладим. Что вы с ним сделали? Вот что случается, когда шутишь с ними. Все идет не так. Он мертв. Теперь твоя очередь, если не расколешься. Спрашиваю еще раз, где этот чертов топливный элемент? Я не знаю, ясно? Даже не понимаю, о чем речь. У меня его нет. Я всего лишь музыкант. Звукоинженер. Я управляю звуками. Скоп построил Кёртис. Да что там происходит? Там целая толпа народу. Какого хрена? Что там за херня творится? У нас сегодня выступление. Это просто кучка подростков. Они пришли повеселиться. Валим отсюда. Но мы вернемся за своим. Найди его. И только попробуйте вызвать копов. Всех порешим. Смотри у меня. Йоу, я отправил твит, что жучок Бикс дает бесплатный сет. К счастью для тебя, у нас растет фанатская база. Как мы можем не звонить в полицию? Сама подумай. Если позовем копов, они просто конфискуют скоп. Нас всех арестуют, а смерть Кёрта будет напрасной. Так, я договорюсь о частной охране. Ладно, так что мы имеем? Тот парень не говорил, где находится элемент? Нет. Он ничего не сказал. Но тогда, похоже, он их задок браунил. Блин, я сейчас просто взорвусь. Можешь починить? Не знаю. Ладно, я отвезу Фло домой. Ее родители беспокоятся. Скоро вернусь. Просто делай свое дело, ладно? Значит, ты уходишь? Да. Не знаю, зачем я это делаю. Делаешь что? Продолжаю делать вид, будто ничего не случилось. Брось. Кёрт хотел бы увидеть, что у меня получилось. Слушай, я не знаю, что со мной будет. Но я точно знаю, что в этой комнате есть нечто, что меняет людей. Мне нужно его починить, нужно все наладить. Это меняет тебя. Эти звуки, что ты так умело микшируешь, они пленят людей, но... Все выходит из-под твоего контроля. Я не могу остановиться. Тогда я не могу остаться.
Что ты здесь делаешь? Она права. Ты сломан. И ты себя-то починить не можешь, не то что других. Ты ничего не можешь. Ты мошенник. Нет, ты не прав, я важен. Под этой маской никого нет. Да кто ты? Ты не чувствуешь. Ты так долго стоял за стеной. Там ты и умрешь. Ты и там умрешь. Эй, Би! Би! Ты в норме? Привет, Дэнни. Прогресс со скопом есть? Я близок. Но пока тщетно. Слушай, ему всего-то нужно загореться и покрасоваться. Не обязательно издавать звуки. Можем смикшировать то, что есть. Сегодня у нас важное шоу. Я знаю, чувак. Я знаю. Сис ушла. Значит, только ты и я. Как в старые добрые времена. Я подогнал зверя. Мы готовы его загрузить? Ух ты! Круто, братан! Похоже, ты снова в седле. Да, мощность растет. Посмотрим, что получится. Слышал бы ты теории, что выдвигают эти психи. Заговор правительства. НЛО. Египтология. Хрен знает, что это. Сакральная геометрия, астрология. Подключились все эксперты, обсуждают внеземное радио. Офигеть, зацени вот это. Какой-то придурок пишет. Когда звучит горн Гавриила, он посылает огонь в небо и близится... Конец времен. Просто зашибись, чувак. Ребят, я вас знаю. Хотите автограф и все такое? Нет, обойдемся. Не нужно, спасибо. Можете сказать Шейферу, что сделки не будет. Я не продаю. Мы не работаем на Гордона Шейфера. Тогда кто вы? Мы наблюдаем, чтобы никто не пострадал. Как твой друг Кёртис Гард, к примеру. Удачного шоу. Видал, какие они важные? ФБР, АНБ. Или Минобороны. А может, даже частные подрядчики. Точно, дядя Сэм. Шейфер нас предупреждал. Ты не передумал? Нет. Даже если они заберут скоб, у нас будет последний прогон. Этот сет для тебя, мой друг, где бы ты ни был. We'll be right back.
трансляции через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кёртис. Привет, Мэтью. Тебя нет. Есть. Я здесь. Но ты умер. Тебя застрелили. Это вряд ли. Я живой. Где мы? Путешествуем сквозь многомерные реальности. Зеркала в зеркалах. Значит, я умер. Это не смерть. Это непостижимость. Все, что мы видим, всего лишь сон во сне. Сон во сне. Ты сбился с пути. Пошел не туда. Свет в другом направлении. Тебе просто нужно войти в дверь. Все в порядке. Так, все хорошо, да? Успокойся, все в порядке. Успокойся, сделай глубокий вздох. Охренеть, чувак, охренеть. Я думал, ты коньки отбросил. Что произошло? Скоп взорвался, ты упал. Все вокруг озверели. Но не волнуйся, ладно, я успел нас вытащить оттуда. А что со скопом? Все здесь. Здесь, вот. Ты в норме? Он жив. Кто? Кёртис. Я его видел. Где? Где-то. Не знаю. Слушай, ты испытал большой шок. Ты не соображаешь. Может, отдохнешь? Я где-то был. Дэнни, я видел то, чего не могу объяснить. Успокойся, ладно? Шейфер был прав. Шейфер? Ты о чем? Теслоскоп. Он способен изменять людей. Дэнни, он изменил меня. Если честно, братан, мне кажется, у тебя психический сбой.
Ты пьешь свой собственный кулейт. Нет, нет, я не спятил. Все реально. Ладно, тогда позволь спросить, если все так реально. Я был рядом со скопом, как и ты. Почему же я ничего не видел? Я не знаю. Может, ты пока не готов? Значит, ты утверждаешь, что музыка из этой микроволновки надевает всем розовые очки, и все видят радуги, единорогов и все такое? Мне не нужно, чтобы ты мне верил. Мне нужно, чтобы ты помог мне закончить. Если ты прав насчет скопа, почему бы не отдать его Шейферу? Нет, я не могу. Я сам должен закончить. Я должен это выпустить. Шейфер не станет делиться. А если я скажу, что он предложил 7 цифр? Что? 1 300 000 за скоп. Ты заключил сделку у меня за спиной? Чувак, ну сам подумай. От этой штуки слишком много проблем, а 1 000 000 баксов не разбрасываются. Мы избавляемся от этой штуки. Дэнни. Я не позволю этому произойти, но это происходит. Это происходит прямо сейчас. Вопрос решен, ясно? Думаешь, я сам смог бы вытащить нас оттуда? Я понимаю. Что? Я понимаю, почему ты хочешь продать скоп. Но, Дэнни, я не согласен на сделку. Пусть валит. Знаешь, ты такой тормоз. Какие-то проблемы? Нет, чувак, никаких проблем. Просто надо кое-что доделать. Скоп не продается. Мы договорились. Эй, нифига, пистолет? Я пришел забрать собственность мистера Шейфера. Этого не будет. Тебе придется меня застрелить. Ты не ранен? Мы закончили, Дэнни. Что? Би, нет! Ты чего? Би! Брось, чувак! Бикс! Йоу, останови машину! Слушай, извини меня, ладно? Мне чертовски жаль, друг! Не оставляй меня здесь! Я же извинился! Я же извинился! Бикс! Кёртис! Я знал, что ты жив. Идею не убьешь. Хотя они пытались. А как же фотография? Это был фейк. Хотели тебя напугать. Когда я сбежал, у них остался лишь ты. Привет. Рад, что тебе не прострелили голову. Я тоже. А они бы хотели, да. Нас обоих изменило то, что исходило из этого скопа. Оно перенесло нас в новую реальность, но я по-прежнему не знаю, куда это ведет. Трансляции идут от вспышек, каждая на своей частоте. И пока я вижу 6 разных треков, которые нужно свести в один. Мы приняли только 5. Эй, до рассвета всего 2 часа. Может тебе отдохнуть? Некогда спать. Как скажешь. У нас получится? Не знаю. Если сможем починить скоп. Я пытался, меня чуть не убило. Проблема не в топливном элементе. А в самом скопе. Если трансляция становится слишком горячей, цепь размыкается. Мы можем его контролировать? Всегда будет риск. Контролировать можно лишь часть уравнения. Тогда нужно сделать это вживую. Без оборудования, никакой подсветки. Только скоп. Да, но ты же сам сказал, нам нельзя себя раскрывать. АНБ, Минобороны. Со скопом нас не остановить. Можем сделать это одни. Уедем за город, получим последнюю трансляцию и загрузим финальный трек. А интернет сделает остальное. Нет, Кёртис. Ему нужны... слушатели. Ему нужно сознание. Дерево падает в лесу, и никто его не слышит. Значит, вживую.
готовы? И по-прежнему нет никаких признаков федералов или их, но народу там собралось полно. Не беспокойся, будут все, даже Дэнни. Всем не терпится увидеть, что произойдет, как и нам. Ну что, какой у нас план побега? Если все сработает, он нам не понадобится. А если нет? Тогда мы придурки, и все это чушь. Ну да, если ты так говоришь. Ну что, пора. Поехали. Ладно, приятель. Спасибо. Извини. Да все нормально. Ты хороший человек, Кёртис Гарретт. Спасибо, что пришли. Спасибо всем, что слушаете. Эта музыка не от меня. Она вообще не отсюда. Это завершение. Трансляция через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Бикс, эй! Окей. Ты живой? Да. Эй, давай. Бикс. У нас получилось. У тебя получилось. Остальное за тобой, Кёртис. Кёртис? Бикс, это я. Дэнни. Ты это видишь? Да. Я вижу. Хорошо.